8 июля, это у нас Всероссийский день семьи, любви и верности. Проводим его совместно с администрацией Клинского муниципального района. Начало у нас будет в 12 часов в Организаг. Здесь будет регистрация пар молодоженов. После этого в 2 часа у нас будут золотые юбиляры, мы будем чествовать. Там золотые и те, кто 55 лет совместной супружеской жизни отмечает. И в 3 часа у нас будет начало около ДК «Стекольный». Там у нас тоже будут юбиляры совершенно разные, 5, и 10, и 15, и 25, всякие-всякие юбиляры совместной семейной жизни. Все это должно быть очень красиво, я надеюсь, что и жителям, и участникам этого праздника все очень понравится. Ну а дальше они уже поедут по своей программе, так как им кому удобно, кто как запланировал. У нас не только молодоженов, у нас и золотых юбиляров, и всех юбиляров, которые будут принимать участие в празднике, их ждут подарки, сюрпризы. Я думаю, что хороший праздник просто для них будет, хороший праздничный день.